Приветствую, друзья, сердечно. Завтра в 20 часов у нас уникальный вебинар «Самоисцеление словом». Такого в мире нет. Наипростейшая технология разгрузки для восстановления, для накопления сил, чтобы в жизни вы были более здоровыми, уверенными, творческими. И светились изнутри. Вот как этот наша белая ромашка. А, заодно посмотрите, какая картина. Я ее доделываю сейчас. Видите, серьга какая у девушки висит. Вот прическу доделываю. Чтобы ветром трепало, чтобы глазки были такие яркие, лучистые. Да, друзья, я делаю уникальные вещи. Я туда душу вкладываю. И завтра на вебинаре я буду душу вкладывать. Я много лет положил на то, чтобы можно было завтра сделать такой вебинар. Если мне кто-то 20-30 лет назад сказал, что я дойду до такой простейшей методики, что человек может за 2-3 минуты себя восстанавливать, выходить на состояние безмятежности, самого большого стресса и накапливать силы очень интенсивно, чтобы потом выходить такой взбодрённый, счастливый, с такой магической внешней аурой, такой, условно говоря, обаянием, что все люди будут на вас смотреть и завораживаться, потому что вы будете светиться. Поэтому не забудьте, чтобы рядом было зеркало. Потому что, когда мы начнем вебинар, вы посмотрите на себя в зеркало, и потом, когда закончим или в середине вебинара, подбегите к зеркалу, посмотрите на свои глаза, они будут лучистыми. Короче говоря, такого уникального нету. Я уже там раздаю сейчас, посылаю нашим почетным участникам бесплатный вход, которые достойны этого и давно, как говорится, ну, слово такое не очень хорошее, но заслужили бесплатно. Хотя они и так могли бы войти, тут вопросов нету. Просто это мое уважение. Ну, а кто первый раз туда заходит, кто вообще не знает, что это такое, посмотрите, синхрогимнастика по методу саморегуляции ключевой в интернете. 5 минут, которые изменят жизнь. Я это делал эту методику еще, когда готовил Марс 500 для испытателей Международной космической программы. Ну там посмотрите, там очень часто берут люди себе это, приписывают на свои сайты, чтобы к ним больше людей заходило. Поэтому смотрите, чтобы 5 минут, которые изменят жизнь, синхрогимнастика, чтобы это было именно от меня. То есть и там, и там, и там я выступаю, я показываю приемы, как их подбирать. Но я говорю о том, что именно на моем, смотрите, от меня. Ну, то есть, короче говоря, там буду и там я. Я буду на всех сайтах, на чужих и не моих, я там буду. Но вы смотрите, что это мой, как бы посыл. Там будет написано, вы поймете, от кого это. Почему я об этом говорю? Чтобы людей не запутывать. Ну, теперь вы поняли, насколько уникально это будет, почему я сегодня специально предварительную встречу сделал на эту тему. Вот картина, например, когда ее обрамишь, как мне говорил один художник, она приковывает внимание. Вот колечко, например, алмаз. Вот алмазы если разбросать на полу, их не видно, как песок. А если там есть оправа, то уже как-то смотрится. Поэтому я делаю сегодня оправу. Я говорю, будет завтра уникальный вебинар. Да, вы завтра это узнаете. До встречи.